В Ульяновской области подвели итоги регионального фестиваля театров «Лицедей-2021». На этот раз гостей принимал Димитровградский театр-студия «Подиум». В церемонии закрытия фестиваля принял участие губернатор Сергей Морозов. Фестивальная неделя, наверное, так будет правильно сказано, промчалась очень быстро. Она была богата на интересные встречи, она была богата на задушевные беседы и творческие эксперименты. И я хотел бы выразить еще раз признательность всем, благодаря кому на нашей древней Симбирской, современной Ульяновской земле состоялось это торжество. За фестивальную неделю зрители увидели 11 спектаклей всех театров региона, в том числе земских, из Кузоватого и Чердаклов. Все участники «Лицедея» были отмечены призами. Все сработали замечательно. Зрители получили новую порцию впечатлений от встречи с различными коллективами. Жюри просматривал все спектакли, обсуждал их очень добросовестно. И мне кажется, что сам факт проведения фестиваля является самым большим достижением театрального сезона прошлого года. Премию за верность сцене имени Кларины Ивановны Шатько губернатор вручил художественному руководителю Димитровградского театра-студии «Подиум» Владимиру Казанджану. Это, конечно, очень высокая честь. Это ужасно приятно. Ужасно приятно. Такой привет от Кларины Ивановны. Она очень часто бывала у нас в театре, приезжала практически на все премьеры. И вот сейчас вот такой вот приветик от нее, это ужасно приятно. Главной губернаторской премией фестиваля «Продвижение» за продвижение театрального искусства на территории Ульяновской области был отмечен также театр-студия «Подиум». Они же отличились еще в одной номинации. Спектакль «Манюни» признан самым ярким впечатлением фестиваля. Под крышей фестиваля традиционно проходит конкурс непрофессиональных театральных коллективов области. В этом году специальный приз народного артиста Российской Федерации Юрия Копылова достался земскому театру из Кузоватовского района. Ирина Антонова, Ол Правда ТВ.